Camry SE, 2024 год, первая модель, передний привод, 17-е алюминиевые диски. Здесь она у нас представлена в белом цвете. Есть повторители здесь, поворотники на дверях, на зеркалах. Такой спойлер на задней крышке багажника. Сзади две выхлопные трубы. Модель SE. Это 4 цилиндра двигатель, 2,5 литра, 8 ступенек автоматическая трансмиссия. Салон у нас сделан из искусственной кожи с такими вставками, которые тоже похожи на кожу. Он черного цвета. Водительское сиденье имеет электрическую настройку. Можно более удобно его настроить. У нас есть подогрев руля. Открываем бензобак, открываем багажник. Противозаносная система, автоматический дальний свет. Свет включается сам по себе, день-ночь. Ночью дальний-ближний автоматически переключается. Здесь у нас подогревы сидений, водительская сторона, пассажирская сторона. У нас есть климат-контроль. То есть в автоматическом режиме сама машина выбирает направление вентилятора, скорость вентилятора. Вы просто выбираете температуру. Экран 7 инчей. Подключается Apple CarPlay, Android Auto через USB кабель, который вставляется вот сюда. И будет у нас показывать карту на экран машины. Конечно, есть камера заднего вида. Вот такой дисплей. Салон, и посмотрим багажник. Достаточно вместительный, просторный, много места. Резиновые тряпочные коврики уже идут в комплекте, их отдельно покупать не нужно.